пластиковый стаканчик и инвалидное кресло. Далеко не джентльменский набор. Так и зарабатывает на жизнь более 2 лет. Помочь инвалиду никто не торопится. Говорит, уже надежды нет. Кроме Бога некому помогать. Я вообще сейчас скажу. Кроме Бога мне никто не поможет. Александру 50. Он бывший каменщик-печник и спортсмен. Хранит медаль до сих пор, как память о минувших победах. К такому образу жизни, как сейчас, пришел не сразу. Сломался после службы в Чечне. Там оставил прошлую жизнь и ноги. Ноги, ну, я потерял в 99-м году. Это 26 июля, Чечня. Грозный, растяжка. И сейчас всем пофиг. За что такое воевал, не знаю. Сколько там пацанов полегло. Если были бы ноги, я бы много чего сделал. Я бы даже курить бросил. Ой. Это не получается, ноги сами не выросли. Спасение от увечий и злой привычки Александр искал в человеке. В Иркутск переехал 21 год назад из солнечного Крыма. Причину переезда звали Инга, но любовь зла. Так и задержался в Иркутске на целую жизнь. Сегодня близких у него нет, всего пару знакомых. Собака Найда и одиночество. Ну вот, собака бегает моя, серая. Это мое счастье. Главное, как и грелка, как и охрана, все нормально. Вот где я, там и она. Живет мужчина, где придется. Сейчас его дом под лестницей рядом с супермаркетом. Но начальство не радо такому соседу. А уходить Александру больше некуда. Его жалко, но мы не в силах что-то сделать, потому что у нас есть на это администрация, да, которая должна помочь решить нам вопрос с его места проживания. Скитальцу уже хотели помочь. Мужчина отказался. Но перезимует ли на улице в этот раз? Надежды нет, как и веры в доброту. Но говорит, он свободен. И в этом его счастье. А что такое свобода? Свобода, это когда человек ни от кого ничего не зависит. А вы сейчас, говорю, зависит только от денег. Надо отходить. Вам не нужны только деньги. Вам отношения не нужны. Вы даже людей не замечаете, проходите с ними. Дарья Пастушенко, Александр Пахомов, АСТВ.